Приветствую. С вами Павел Колесов. Я говорю сейчас с вами из Мексики, с вершины пирамиды Хачмулун. Это одна из самых высоких пирамид на полуострове Юкатан. Я хочу вам показать, какой отсюда открывается вид. Совершенно потрясающий, совершенно великолепный. Потому что полуостров Юкатан – это равнина, плоскогорье, и на нем соорудили вот такой вот высоты 42 метра пирамиду. Чтобы создать эту пирамиду, потребовалось 43 миллиона кубических метров известняка. И мы с вами продолжаем говорить о том, что вам необходимо сделать для того, чтобы обретать стройность, спортивную, красивую, подтянутую фигуру. Есть одно простое правило. Если вы себе что-то запрещаете кушать, это плохо, потому что вам приходится напрягать свою силу воли, а сила воли у вас работает в среднем всего одну неделю. Потом ресурс, направленный на поддержание силы воли, у вас истощается, и вы начинаете безудержно жрать то, что вы раньше себе запрещали. Поэтому у вас ни в коем случае не должно быть никаких запрещенных продуктов. Можно и нужно есть все. Единственное, нужно укладываться в коридор калорийности, но мы про это уже говорили. Можно и нужно есть все, но чтобы вы могли легко уложиться в этот коридор, вам нужно использовать стратегию естественно стройного человека. В чем она заключается? Вы берете, посмотрели на еду, и после этого представьте, а как вы будете себя чувствовать через час, через полтора, через два, после того, как еда попадет к вам в тело, после того, как она у вас переварится. Вот вы так представили, вы съели, а как у вас тело среагирует? Вашему телу понравится? Вашему телу будет ага? А если ваше тело скажет, ага, да-да-да, мне нравится, что произойдет с моим организмом через полтора часа после того, как я это скушаю, отлично, это можно есть. А если ваше тело скажет, угу, и как-то, ой-ой, как-то, наверное, будет не очень хорошо, или через полтора часа, два часа после этого я опять, наверное, захочу жрать, вы просто переходите к другому продукту. Наша методика обретения стройности, она про то, как обретать стройность легко и играючи, без насилия по отношению к самой себе. А что вам нужно делать для того, чтобы вы могли продолжать стройнеть, для того, чтобы вы могли продолжать обретать стройность легко и играючи, мы с вами поговорим в следующих видеоуроках. С вами из Мексики, с пирамиды высотой 42 метра, с полуострова Юкатан, Павел Колесов. Вы легко можете стать стройной, если этого захотите. До встречи в следующих видеоуроках. Вы, несомненно, достойны того, чтобы быть стройной, привлекательной и очаровательной. И это очень-очень просто. До встречи в следующих видеоуроках. Счастливо!